Дорогие друзья, уважаемые старобельчане, несомненным преимуществом своей предвыборной кампании я считаю тот факт, что мне удалось пообщаться, увидеться со многими из вас. С большинством я знакома лично, с кем-то мы работали вместе в школе, с кем-то пересекались в коридорах власти, когда избиралась депутатом, кто-то водил детей в те учебные заведения, в которых я работала, с кем-то меня связывает гражданская общая позиция. Здесь живут мои друзья, моя семья, разные люди, разные встречи. Но главное, что мне удалось узнать, это то, что нам всем не безразлична судьба нашего города, нашего Старобельска. А значит, мы команда, и у нас все получится. Я считаю, что сейчас не время для поиска врагов и критики предшественников, не время дрязг и политических разборок, не время селфи-показухи. Время засучить рукава и всем нам, общими усилиями, объединившись, решать проблемы нашей маленькой Родины. Вы все знаете, что 11 числа мы будем выбирать судьбу нашего Старобельска. 11 июня у нас будут выборы. Я призываю каждого из вас прийти на избирательный участок и проголосовать за достойного, на ваш взгляд, кандидата. А если вы выберете меня, то у меня будет еще раз повод сказать вам всем спасибо, мои дорогие.